Здравствуйте! Вы смотрите программу «Ты лучше всех». Этот проект создан специально для девушек. Мы рассказываем о моде, красоте, стиле, знакомим вас с интересными мужчинами, а также мы освещаем интересные мероприятия. Сегодня в выпуске мы решили избавить вас от осенней хандры, поэтому незамедлительно смотрите, что будет в нашей программе. Стилист международного уровня Гения Розен с модным визитом в Ярославле. А вы знаете, что такое кэш? Подробности в сюжете. Многим полюбившийся фильм о красоте «Дьявол носит Прада». Талантливая выпускница колледжа устраивается в успешный глянцевый журнал на побегушке к капризной начальнице, главному редактору. И до тех пор, пока она не приводит в порядок прическу, макияж и не обзаводится собственным стилем, начальница даже не дает ей шанс проявить свои таланты и лишь использует ее в качестве мальчика, точнее девочки, для битья. Вывод – обладание собственным уникальным стилем, безусловно, способствует успехам на работе и в личной жизни, даже если это вызывает зависть окружающих. Очень важно, чтобы стилист был профессионалом своего дела. Для этого необходимо постоянно совершенствоваться, как и поступают стилисты Ярославля. Они посетили мастер-класс «Гений Розен». Гения Розен – топ-стилист мирового уровня, основатель школы парикмахерского искусства. Она создает образ Андрея Малахову, Кэти Топурия, Насти Кочетковой и другим звездам шоу-бизнеса. Я, приехав в Ярославль, сразу влюбилась, потому что какая-то такая энергетика своеобразная. Очень красивый город, у вас столько храмов, куполов, прям Ярославль. Прям славль. Вот, и энергетика в зале такая же. Очень положительная, очень мощная, очень принятен зал. И я вся в отдаче. Мастер-класс не был похож на скучную лекцию по парикмахерскому искусству. Гения в ярком наряде порхала вокруг моделей, и казалось, она не просто стрижет модель, а создает произведение искусства. А такое мероприятие мы организуем впервые. Стилисты вдохновятся, унесут много полезного, самые модные образы, самые модные тенденции. Все самое стильное, самое красивое. Гения презентовала легендарную технику стрижки кэш, которая главным образом создает стрижку в стрижке и в дальнейшем не требует укладки. Данная техника позволяет создавать объемные фактурные прически. Светлана и Екатерина приехали на мастер-класс из Костромы и с большим удовольствием предложат новую технику своим клиентам. Приехав сюда, какие-то новые эмоции, сразу креатив проявляется. Мы очень рады этой поездке. Бешеная энергетика, то есть позволяет как бы приехать с новыми силами и начать работать с новыми силами. С новой техникой познакомили. Левая рука снизу, расческа раз выше. Беру средний периметр. Вот он у меня. Я показывала стрижки, свои техники, показывала возможности этого бренда итальянского, очень мощного, очень модного фэшн-бренда. Ну, я вообще очень люблю работать с фэшн-показами, люблю моду, люблю ее создавать, люблю в ней купаться. И, в общем, могу много говорить об этом. Гения приехала с целой командой профессионалов, которые, в свою очередь, помогали создавать образы девушкам. Наталья Помещикова, ведущий технолог престижного бренда, рассказала о модных тенденциях. Мы устали уже, устали от этого пастеля, устали от крупных кудрей. Хочется яркости, хочется вот английского прям экстрима. Наталья призналась, что в Ярославле стилисты находятся на высоком уровне. У вас настолько все хорошо, я очень со многими стилистами вашими знакома, они все модные, все красивые, и с кем я знакома, я удивляюсь. Одна из моделей Гении – Дарья, девушка, у которой стремительный образ жизни. Она привыкла часто менять свой образ и всегда добавлять в него перчинку. Когда приехала Гения, она не сомневалась, хотела попасть к ней в качестве модели. У меня было каре с удлинением, с выбритыми висками. Ну, теперь вот меня немножко обкарнали еще. В общем, в целом мне понравилось, потому что меняться я люблю. Все циклично, цвета, формы, есть особенности, кому вы будете предлагать эту модную стрижку. Но если этот клиент не тот, кому нужна была эта стрижка, вы продажу сделали не тому и не туда.
В Ярославле проходил праздник красоты, праздник стиля, праздник моды. Приехала очень знаменитая, известная стилист, которая поделилась своими взглядом, поделилась своими тенденциями, наработками на последующий год. И это праздник для мастеров, для профессионалов и просто красавиц города. На сцене гения представила все трендовые направления, которые будут в 2016 году. Яркие цвета, необычные прически подиумного характера. Все это задает настроение и, конечно, не похоже на привычные стрижки. Сегодня мы создавали коллекцию, которая фэшн-политом. То есть мы делали моду, но мода такая, которая... как в тоннеле, ты выходишь, раскрываешься, и ты модная, ты объемная, ты красивая, ты эксцентричная, ты яркая, ты не такая, как все, тебя сразу видно. Девчонки, вы подстрижены по специальной технологии, как вообще впечатление? Впечатление просто замечательное, это было очень интересно. Гений нам сама придумала прически, сама придумала цвета, которые бы нам пошли. Вот, нам очень сильно понравилось, от гения просто позитив. Это просто великолепная женщина, она заряжает энергетикой и хочется отдавать взамен. Мне моя прическа очень нравится, она полностью увидела мое настроение, она увидела мою энергию, она увидела мой характер и воплотила это вот в этом чудесном одуванчике. Гения сумела воодушевить стилистов на новое свершение. Она не боится делиться опытом и призывает всех поверить в себя. Вы должны любить себя. Это значит ухаживать за своими волосами, найти своего мастера, своего профессионала, который подберет вам цвет, хороший бренд, чтобы был обязательно. Не забывать о том, что нужно следить за стилем. Это не обязательно короткие стрижки. И на длинных волосах очень важно подобрать свою форму. Гения, вы просто...